Всем привет! Сегодня сделаем такую замечательную ворону. Делается она очень просто. Нам понадобится квадратный лист бумаги. Приступим. Складываем лист диагонально. Разворачиваем. И еще раз. Раскрываем, переворачиваем и складываем пополам. Раскрываем, разворачиваем и еще раз пополам. Сделали. Раскрываем. Беремся за эти края. Поднимаем вверх. Складываем квадратик. Сделали. Вот эту линию закладываем к центру. Прогладили. Разворачиваем вот эту линию к центру. Переворачиваем заготовку, делаем то же самое. Сделали. Раскрываем. Поднимаем наш один краешек. И вот этой линии нам нужно заправить внутрь. То есть раскрыли и заправляем по складочкам. Разворачиваем и делаем то же самое. И поднимаем и забавляем внутрь. Сделали. Один краешек объебаем вверх. Разворачиваем. И этот треугольничек опускаем вниз. Прогладили. Переворачиваем. Вот у нас есть такие вот ушки. Ну, отступаем сантиметра где-то 3 и отгибаем кверху. С одной стороны вот так вот. И с другой стороны симметрично. Сделали. Раскрываем и заправляем вовнутрь. Вот так. Вторую сторону также. Раскрываем, вдавливаем серединочку и закрываем. Сделали. Складываем пополам. Хорошо все прожимаем. Берем наш этот краешек и отгибаем вниз. Вот так еще раз покажу. Все, и поджимаем. Наша ворона готова. Ставим лайки и подписываемся на мой канал.